«Технострой Олимп». Доступное жилье каждому. Куда пойти купаться? И стоит ли это делать в мае? Расскажем в начале выпуска. Чем опасно купание в холодной воде? Прежде всего, оно опасно тем, что могут возникнуть остановка сердцебиения, нарушение сердечного ритма, остановка дыхания, судороги. Чрезвычайно заразно. В Подмосковье регистрируют случаи кори. Средство профилактика – только прививка. Только вакцинация. По-другому человек не защитится. Спортэкипировка от Клинского Элементаля. В планах расширение производства. На сегодняшний день очень мало кто из производителей по охоте рыбалке сам производит и сам продает напрямую в магазины. Тем самым мы обеспечили себе хорошую конкурентоспособность. Дотянуться рукой до неба. Фестиваль воздухоплавания стартует утром пятницы. В фестивале ты взлетел, пролетел в свое удовольствие, посмотрел на красоты и приземлился.